Иногда в Confluence и Jira задваиваются пользователи. Разберем конкретный случай на примере Confluence. Данные о пользователях он берет из двух Active Directory, одна из которых основная, куда смигрировали пользователи из второй. Дело в том, что у одного из пользователей в старой AD юзернейм начинался с прописной буквы, а в новой с заглавной, а в остальном совпадение полное. И теперь, несмотря на то, что старого варианта уже ни в одной AD нет, Поиск в Confluence выдает двух одинаковых пользователей из ссылки в один и тот же профайл, но с юзернеймами, отличающимися регистром первой буквы. Дело в том, что когда пользователь еще был со старым юзернеймом, кто-то выполнил его администрирование, и в базе данных создалась запись с информацией об этом пользователе. Ищем эту запись в базе по старому юзернейму и удаляем. После этого пользователь задваиваться перестанет.